Друзья, здравствуйте! Вы на канале Farnax Film, и сегодня мы для вас представляем великолепную четверку стальных угольных отопительных печей. Это те печи, которые полюбились покупателям магазина Farnax и стали хитами продаж в интернет-магазине farnax.ru. Так получается, что все печки сделаны в Новосибирске, и первая печь – огниво от компании Thermacraft. В Thermacraft знают толк в тяжелых отопительных приборах. С линейками их твердотопливных котлов мы уже знакомили наших зрителей. Но производитель не забывает и о тех, кому нет нужды обустраивать систему отопления, а углем топить хочется. Огниво уголь – печка массой 120 кг. Нашим покупателям она нравится за то, что кроме того, что толщина стенок топки от 4 до 6 мм, внутри еще установлены сменные защитные экраны и стройки. У печи широкий чугунный колосник, что для ровного горения угля самое то. Газоплотные дверцы с защитой от прогорания, а на нижней еще и створка для тонкой регулировки подачи воздуха, благодаря чему 6 часов на одной закладке печка работает смело. Thermacraft огниво уголь согреет дом объемом до 200 кубов. Все эти печи объединяет то, что у них довольно внушительный вес. А вот следующая печка еще к тому же и оборудована конвекционными трубами. Угольный студент, ну а по большей модификации инженер от компании ТМФ. Этим печам 100 лет в обед. Ну, хорошо, 20. Главная фишка конструкции – конвекционные трубы, находящиеся внутри топки. По ним проходит воздух, который нагревается от раскаленных стенок труб. От дровяной модификации угольную печь визуально можно отличить по защите тех самых конвекционных труб в топке. От угля идет мощный жар, поэтому и колосник здесь широкий, чугунный. Дверца с жаростойким стеклом тоже чугунная. А еще есть модификация угольного студента с чугунной плитой. Печь настолько популярна, что многие другие производители посчитали своим долгом заиметь подобную печь в своем ассортименте. Да, на нашем канале есть подробное видео с отчетом об установке подобной печи. Так что если хотите посмотреть, как выглядят печи в интерьере и интересуют нюансы установки, подписывайтесь на наш канал. А вот следующая печь с удовольствием пыхтит, когда работает на угле. Две модификации угольных печей Теплодар Локомотив. Когда речь заходит о стальных печах с самыми толстыми стенками топки, то на первый план выходит Локомотив. Да, основа топки сталь толщиной 5 мм, а вот самые ответственные термонагруженные детали выполнены из восьмерки. Но и это еще не все. Дополнительный комплект экранов для топки как раз и дает возможность использовать в печи в качестве топлива уголь. А о том, что печка проектировалась под уголь, говорит и вместительный ящик зольника, и широченный колосник. Да и название «Локомотив» как бы намекает. Две модификации доступны на 120 и 200 кубов помещения соответственно. Мощно выглядят печки, согласитесь. И завершает наш сегодняшний выпуск печь «Зорница» от компании ТМФ. Это как раз тот случай, когда печка не только работает хорошо, но и выглядит отлично. А вот это уже волк в овечьей шкуре. Хоть снаружи печка и стальная, но внутри у нее чугунный топливник. Он спрятан за конвектором, так что печка дает быстрое, привычное конвекционное тепло. Необычному облику печь обязана откровенно котловой дверце для загрузки топлива. Загружать уголь прямо из ведра очень удобно. Кроме чугунной топки, на верхней поверхности чугунная плита, так что на печке можно еще и готовить. ТМФ Зорница. Все эти печи вы можете приобрести в интернет-магазине farnax.ru и в розничных магазинах в Новосибирске. Ну а чтобы получить дополнительную скидку при заказе с сайта, ловите промокод. Ну а мы желаем вам теплых вечеров, до новых встреч, пока!